Аплодисменты Ани Дьячковой не смолкают несколько минут. Одна из первых женщин в системе гражданской обороны страны. Она до сих пор не может забыть свой 388-й батальон. И то, как таскала снаряды к зениткам во время бомбежки. Вы не представляете, как меня уговорили сюда на этот праздник. Вы не представляете. Это я не знаю, как этот человек мог уговорить. Я никуда вообще не хожу абсолютно. Тяжело. Во-первых, ноги больные. Ну, душа рвется моя. Почему-то, вот, знаете, вот так вот. Настолько вот мне приятно это. Я вот сейчас сижу, может, мне всплакнула, но мне это такие слезы радостные. В 61-м году противовоздушную оборону преобразовали в гражданскую. Тогда же сложилась главная традиция – брать на службу лучших. Сегодня, спустя десятилетия, их, уже ветеранов, награждают почетной медалью маршал Василий Чуков. Достойная работа, работа для населения, во благо населения, во благо безопасности государства и каждого человека. От лица губернатора Саратовской области Радаева Валерия Васильевича, членов правительства Саратовской области, разрешите поздравить вас, ветеранов гражданской обороны, с вашим праздником, пожелать вам здоровья, самое главное, успехов. В зале ветераны гражданской обороны и совсем молодые лица, которые только пришли служить. Им больше не нужно защищать страну от нападений противника. Теперь они приходят на помощь во время аварий и стихийных бедствий. А люди давно называют их службой спасения. Тот технический уровень, техническая оснащенность, от организованности, от мобилизованности службы МЧС по Саратовской области, он соответствует на сегодняшний день всем требованиям. И сотни спасенных жителей, огромное количество спасенного имущества является подтверждением этого. Ну, чувствую эмоции праздника, конечно. Потом воспоминаний о прошедшем. Были командировки и в Чечню, две командировки. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. Чувства такие, что смена достойная, смена сильна. На сцене лучшие творческие коллективы Саратова дарят МЧСникам возможность хотя бы на один вечер забыть о сигнале тревога. Татьяна Седова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.